Спонсор показа новостей – магазин «Обойный рай». Сеть специализированных магазинов «Обойный рай». Лучшие предложения по цене, качеству и дизайнерским решениям для оформления интерьера. «Обойный рай» – это более 3000 видов обоев от самых простых до премиум-класса. Фрески, потолочная плитка, ламинат и межкомнатные двери. Отличное качество, цвет и дизайн. А также шторы с разнообразием рисунка, фактуры, на любой вкус, под заказ или готовые. В магазин «Обойный рай» приходи и выбирай. По адресу: Московское шоссе, дом 53 и Северная площадь, дом 5А. Как всегда, «Обойный рай» удивит своими ценами. Здравствуйте, в эфире новости, в студии Олеся Акинфеева. Сегодня главные темы. «Прощай, школа!» Для серпуховских старшеклассников прозвенел последний звонок. Сколько дорог отремонтируют в Серпухове в этом году? С подрядчиками обсудили темпы благоустройства. Карьер любой ценой. Районные предприниматели шантажом пытаются получить разрешение на добычу полезных ископаемых на окраине Серпухова. Снова в огне. Полигон твердых бытовых отходов Сьянова-1 вновь горит. Новые очаги возгорания были зафиксированы сегодня. На данный момент на объекте не ведутся работы и отсутствует техника. Районные чиновники, которые должны отвечать за объект, бездействуют. Напомним, на создание проекта рекультивации были выделены средства. 99% из них направило правительство Московской области и всего 1% должны были внести районные власти. Однако они процесс затягивают. Районный совет депутатов до сих пор не утвердил проект. И сейчас в опасности опять оказались простые жители. Мы будем следить за развитием событий. Сколько дорог в Серпухове уже отремонтировано, где работы еще не начались? И когда подрядчики приступят к комплексному благоустройству дворовых территорий? Сегодня исполнители отчитались перед главой Дмитрием Жариковым. Подробности в материале Ирины Баракиной. В Серпухове продолжается ремонт дорог. На улице Калинина и Карла Маркса подрядчики вывозят строительный мусор. На Селецкой уже отфрезеровано покрытие и установлен бордюрный камень. Уже заасфальтированы дороги на Борисовском шоссе, Володарского и Чернышевского. Нанесена разметка. На улице Екатерины Дашковой на площади Ленина на Югском шоссе ремонт полностью завершен. Глава Дмитрий Жариков потребовал от исполнителей отчета о качестве проводимых работ. Я понимаю, что мы работаем в стесненных условиях в городе. Я не специалист, поэтому я себе позволяю спрашивать, технологии это правильно, соблюдаются технологии или нет. Комплексное благоустройство ждет дворовые территории. С 28 мая работы начнутся на улице Российской и Советской. Подрядчики, которые занимаются разработкой комплексной схемы организации дорожного движения в городе, трудятся с опережением графика более чем на месяц. Огромное спасибо хотелось бы сказать администрации. Благодаря отчасти этому нам удалось так быстро все сдать. Данные исходные все были предоставлены с опережением сроков. Усиленными темпами ведутся работы по реконструкции моста на Оборонной. Точно по графику идет и строительство школы на 600 мест в микрорайоне Ивановские дворики. Компания-подрядчик уже перешла к наружной и внутренней отделке зданий. Учебное заведение должно открыть свои двери для учеников 1 сентября. И радость, и волнение. Торжественные линейки прощания со школы сегодня прошли в учебных заведениях Серпухова. Последний звонок прозвучал более чем для 500 одиннадцатиклассников. Сегодня он звучит как-то по-особенному. Звонок как символ окончания счастливой школьной поры. Море букетов, улыбок, слез радости, волнения, шары, ленты, стихи, песни, воспоминания о лучших мгновениях, проведенных за партой, и многочисленные напутствия и пожелания. Вот в такой атмосфере незабываемой торжественности прошли линейки в школах города. Сегодня для выпускников ярко светило солнце. Майский легкий ветер заглядывал в раскрытые рамы окон. Этот день наверняка им запомнится надолго. Достаточно грустный момент, потому что такой этап жизни прошел, столько лет позади, столько друзей, и очень тяжело расставаться. Также страх, наверное, перед будущим, потому что впереди экзамены, поступления. Я вот ощущаю то, что больше, может быть, в эту школу никогда больше ни одного урока не будет. Это очень такой специфичные такие эмоции. Вроде и хорошо, что вот сейчас взрослая жизнь, институт, специальность, которую ты хочешь получить, а другое – это то, что ты 11 лет отдал этой школе. И очень много вложили и учителя, и родители в мое воспитание. Радость в первую очередь, ну, за то, что
заканчиваю школу, дальше уже буду сдавать экзамены, поступление в ВУЗ. Вот, но с другой стороны, ну, определенный груз, потому что приходится расставаться со своими друзьями, ну, мы столько времени вместе провели, и уже понимаешь, что больше уже, ну, вряд ли сюда будешь приходить, поэтому вот немного даже грустно расставаться. По традиции на линейке выступают самые юные школьники, первоклассники, поздравляют выпускников, провожая их во взрослую жизнь. В зале учителя, родители, пытающиеся запечатлеть каждое мгновение праздника, друзья и, конечно, почетные гости. От имени главы города Серпухова и от себя лично я поздравляю вас с праздником последнего звонка. В первую очередь хочу обратиться, ребята, к вам и пожелать вам удачи и успешной сдачи предстоящих экзаменов. Верьте в себя, верьте в свои знания, и все у вас обязательно получится. Каждый из вас талант. Кто-то открыл в себе, наверное, уже все таланты, кто-то еще их будет открывать. Всегда, ребята, нужно верить в себя. У вас все всегда получится. Сегодня они загадали желание и выпустили в небо разноцветные шары. Теперь выпускникам предстоит написать ЕГЭ и поступить в выбранные ими вузы и колледжи. Многие ребята признались, что даже сегодня, сразу после торжества, пойдут готовиться к экзаменам. Первые экзамены выпускники начнут сдавать уже завтра. Накануне заместитель главы администрации Серпухова Юлия Русецкая провела расширенное совещание, темой которого стало проведение единого государственного экзамена и подготовка к нему всех ответственных лиц. Собрались мы сегодня для того, чтобы без иронии, в общем-то, проверить, как мы готовы к проведению итоговой аттестации государственной. Да, мероприятие серьезное, задействовано много учреждений, много сил и ресурсов. ЕГЭ пройдет с 25 мая по 25 июня в 5 школах города. 1, 2, 7, 9 и 16 будут работать 5 пунктов приема экзаменов, и еще один будет открыт на дому для ребенка, имеющего инвалидность. В этом году почти 700 учащихся будут сдавать ЕГЭ, это включая выпускников прошлых лет. Математика и русский обязательны для всех. Самыми востребованными предметами на выбор станут математика профильная, физика, обществознание. На всех пунктах сдачи экзамена будет дежурить полицейский и медработник. Каждый пункт проведения экзамена для ЕГЭ он оборудован переносными металлоискателями, средствами подавления подвижной связи, видеокамерами с онлайн-трансляцией непосредственно на портал. Также организован будет для детей питьевой режим. Особенностью данного года, и почему мы просим как бы особенно технические службы обратить на это внимание, это является печать непосредственно комплекта экзаменационных материалов при детях в аудитории. То есть раньше нам привозили пакеты документов заранее, каждый ребенок получал свой пакет документов. Сейчас процедура, она изменилась. На совещании обсудили вопросы возникновения возможных чрезвычайных ситуаций и оперативные пути решения проблем. Так, все школы, где ребята будут писать работы, будут оборудованы автономными источниками электроэнергии на случай отключения света. Видеокамеры протестированы, скорость интернета под контролем. Серпуховский бизнес-инкубатор отмечает свое 20-летие. С первых дней своего существования эта организация поддерживала предпринимателей, предоставляла помещения для малого бизнеса. За 20 лет работы из стен бизнес-инкубатора вышли десятки успешных предпринимателей. С бессменным руководителем предприятия Любовью Вороновой встретилась и пообщалась моя коллега Инна Шейнина. Бизнес-инкубатор в Серпухове открылся в 1998 году. В то время центры поддержки малого бизнеса появились во многих городах Подмосковья и России. Молодых бизнесменов выращивали как цыплят под крылом муниципалитетов. Первоначально проект финансировался из бюджета города – 3% от приватизации городского имущества. Затем наступили другие времена, и финансирование прекратилось. По области все бизнес-инкубаторы, как только принято было решение не финансировать, закрывались. Вот наше отличие в том, что мы остались. Я собрала свой коллектив и сказала, нам дали возможность, помещение оставляют, но финансировать не будут. Мы сможем дальше работать, если в нас будет потребность. Кроме аренды помещений, бизнес-инкубатор стал оказывать другие услуги – консультировать предпринимателей. Заработанные средства покрывали затраты, связанные с профессиональной деятельностью. Предприятие выжило в сложные времена. В Подмосковье тогда не закрылись всего 2 бизнес-инкубатора. Чуть позже крепче встать на ноги помогли областные субсидии. За последние 10 лет из стен бизнес-инкубатора вышло более 50 успешных предпринимателей. Есть период 3 года, 4-й как бы
перевалочные, и они идут уже открывать и работать в других своих помещениях. Или строят свои, или арендуют, а мы здесь новеньких опять. 70% из резидентов бизнес-инкубатора успешно ведут свое дело и в Серпухове, и за его пределами. Более 1000 рабочих мест ими создано. В прошлом году на базе бизнес-инкубатора был создан клуб молодых предпринимателей. Азы успешного стартапа познают старшеклассники и выпускники колледжей. В бизнес-инкубаторе начинающим предпринимателям предоставляется 15 офисов для работы общей площадью 400 квадратных метров. Рабочие места. Здесь проходят дни открытых дверей, семинары, круглые столы. За 20 лет своей работы бизнес-инкубатор стал для серпуховских предпринимателей практически родным домом. 26 мая российские предприниматели отметят свой профессиональный праздник. В этом году у серпуховского бизнес-сообщества, как мы уже сообщили, особая дата. Исполнилось 20 лет бизнес-инкубатору. Коллектив организации, возглавляемый Любовью Вороновой, поздравил заместитель главы администрации городского округа Алексей Воробьев. Уважаемый Любовь Константиновна, уважаемые присутствующие, от имени главы города Серпухова и от себя лично поздравляю вас с 20-летием со дня основания серпуховского бизнес-инкубатора и Днем российского предпринимателя. Развитие предпринимательства сегодня является одной из главных задач нашего государства. При этом структура бизнес-инкубатора занимает важнейшую роль в достижении данной цели. Сегодня серпуховский бизнес-инкубатор – это не просто офис пространства, где создаются рабочие места. Это структура, оказывающая помощь и поддержку начинающим предпринимателям в создании собственного дела с нуля. За 20 лет работы бизнес-инкубатор оказал поддержку сотням предпринимателей. Только за последний год их количество увеличилось на 843 и составило почти 5500 единиц. Алексей Воробьев передал коллективу бизнес-инкубатора поздравительный адрес от главы города Дмитрия Жарикова. Благодарственные письма и грамоты получили лучшие сотрудники колыбели городского предпринимательства и лучшие представители городского бизнес-сообщества. Не мытьем, так катанием. Аукцион на разработку карьера на берегу Оки был отменен распоряжением Министерства экологии Московской области. Однако руководство компании «Капитал Плюс» не прекращает попытки получения лицензии любой ценой, даже путем шантажа. Накануне бизнесмен Сергей Самсонов обратился к самому президенту России за помощью. Предприниматели и те, кто стоит за ним, не волнует, что открытие карьера грозит не только судоходству на обмелевшей реке, но в целом небезопасно для экосистемы. В этой, мягко говоря, некрасивой истории много темных пятен. Например, как два участка сельхозназначения в 130 гектаров на берегах Оки и Нары стали собственностью неких Самсонова и Дыева, работников и сотоварищей бывшего директора магазина «Браво». Эта земля пойменная перестала быть районной. Она продана. И продана она компании «Капитал Плюс». Как-то неудивительно было узнать, что учредителями этой компании стали Евгений Дыев и Сергей Самсонов, не первый раз фигурирующие в материалах о скупке земли в Серпуховском районе. Скорее всего, земля выделилась им под разработку недр. Здесь планировалось разбить один большой гигантский карьер. Прав был наш коллега, утверждая это несколько лет назад. Правда, сейчас, работая в районных СМИ, Михаил Остроумов говорит совсем другое. Что касается компании «Капитал Плюс», то попытки не упустить лакомый кусок, каковым является разработка недр на пойменных землях, она не прекращается вот уже 8 лет. Кто дергает за веревочки в действиях ее руководителей, знают все. Своей тесной дружеской связи с компанией первое лицо района не скрывает и по возможности поддерживает своих бывших работников прилавка. На все попытки городской общественности и Министерства экологии отстоять песчаные берега и так обмелевшие реки, глава заявляет, что все это делается якобы для того, чтобы не дать Серпуховскому району пополнить свою казну. Этим в своих парадоксальных измышлениях он не ограничивается. Буквально накануне Самсонов написал обращение президенту России с просьбой разобраться в сложившейся ситуации вокруг карьера. Слишком очевидно, кто диктовал ему тексты. На истинного автора указывает ставший уже привычным для первого лица района метод шантажа. Предприниматель заявляет о наличии неких аудиозаписей, которые он обещает опубликовать в случае бездействия правоохранителей или давления в свой адрес. По поручению главы муниципалитета, Комитет потребительского рынка, предпринимательства и рекламы продолжает вести работу с руководителями торговых объектов. На очередную встречу пригласили представителей сетевых магазинов «Магнит» и собственников торгового центра «Бум».
К предпринимателям, как всегда, много вопросов. Бизнесмены практически не занимаются благоустройством своих территорий на низком уровне и доступность супермаркетов для маломобильных и слабовидящих покупателей. Прежде всего, хотелось бы отметить о том, что торговые объекты всегда находятся в центре внимания людей, потому и должны они содержаться в соответствии с нормами и правилами чистоты, порядка, комфорта для того, чтобы обеспечить жителям нашего города, а также гостям нашего города максимально комфортные и безопасные условия для жизни, как этого требует губернатор Московской области, а также глава городского округа Серпухов. На фотографиях, сделанных специалистами Госавтотехнадзора, видно, нарушения действительно серьезные. Среди основных – отсутствие парковочных мест для инвалидов, специальных знаков для слабовидящих и слепых, несогласованная реклама, выставленная на улицу торговое оборудование, плохая организация разгрузки товаров, несвоевременная уборка территории. За этот год выписано уже огромное количество штрафов. За 2018 год вы у нас являетесь вторыми, так сказать, по значимости, вторыми нарушителями среди сетевых магазинов города. Первый у нас занимает «Дикси» место по выявленным нарушениям, да, а вот «Тандер» занимает второе место. За 2018 год 17 правонарушений моими сотрудниками были выявлены только на территории города Серпухова. Наложен административный штраф на сумму 415 тысяч рублей. По каждому объекту проведена серьезная работа. Сетевикам рекомендуют в самые ближайшие сроки устранить недостатки и благоустроить прилегающую территорию к магазинам. К диалогу с руководителями крупных супермаркетов присоединяются представители малого бизнеса. Поддержка местного производства – приоритетный вопрос. Для того, чтобы как-то возродить производство и все остальное, мы хотели бы не присутствовать, а чтобы вы рассмотрели наши, так как у вас все больше и больше в нашем городе, хотели бы, чтобы вы рассмотрели наши предложения. Я принесла образцы, может быть, донесли до руководства, что есть такой производитель, что вы хотели бы присутствовать в ваших сетях. Работа по приведению в порядок прилегающих территорий торговых объектов продолжается. В администрации уверены, город, претендующий на вхождение в Золотое кольцо, должен выглядеть достойно. В Мытищах состоялось первенство Московской области по самбо среди юношей и девушек 2006-2007 годов рождения. В соревнованиях приняли участие порядка 200 спортсменов. Серпухов представляла воспитанница спортшколы «Русский медведь» Арина Кузнецова. Девушка показала хорошие результаты и завоевала серебро. Среди продуктовой линейки, предлагаемой банками, все большую популярность набирают кредиты на рефинансирование. Насколько выгоден новый заем на других условиях, разбирались мои коллеги на примере банка «Возрождение». Если в одном банке у вас кредит на автомобиль, в другом на отпуск, а в третьем на ремонт, то платить становится сложно. Да еще и ежемесячное хождение по банкам отнимает массу времени. Выход есть, утверждают специалисты. Взять новый кредит, но на более выгодных условиях. Рефинансироваться. К специалистам банка сразу возникает множество вопросов. Легко ли перекредитоваться под меньший процент? Какова вероятность одобрения займа? Можно ли объединить кредиты нескольких банков в один? И, конечно, важно знать, увеличится ли при этом срок выплаты займа. Можно ли взять денег побольше, чтобы и кредит погасить, и еще осталось? Банк «Возрождение» предлагает не только погасить существующую задолженность, но и взять дополнительные деньги на потребительские нужды. Самое выгодное условие, конечно, у нас для наших клиентов и зарплатников. 12 мая стартовала акция, рассчитана не только на наших клиентов, но и на новых клиентов. Можно рефинансировать кредиты сторонних банков на сумму свыше 500 тысяч рублей по ставке 12,4%. Это на 4% годовых ниже от действующей ставки базовой. Сегодня в банке «Возрождение». Рефинансирование от «Возрождения» не предполагает дополнительных расходов на страхование, не несет скрытых комиссий. Добросовестным заемщикам, которые на протяжении 12 месяцев платят кредит без просрочек, ставка может быть снижена еще на 0,5%. Чтобы выгодно перекредитоваться, потребуется стандартный пакет документов. Паспорт, справка о доходах, информация о рефинансируемых кредитах. У меня были кредиты в другом банке. Я решила перефинансировать этот кредит в банке «Возрождение». Для меня стал более выгоден платеж, то есть один платеж. Мне понравилось само предложение, мне понравилось обслуживание в банке «Возрождение». Рекомендую всем. Услугу рефинансирования предлагает любое из 75 отделений банка «Возрождение» Московской области. А на сегодня это все. Далее прогноз погоды и прямой эфир. Гостями студии станут президент фонда «Проект Жизнь» Инна Карагичева и юрист фонда Наталья Мотина.
Следите за новостями на нашем сайте otv-media.ru, на официальном сайте администрации города, мы также есть во всех социальных сетях. Подписывайтесь, и вы будете владеть информацией. Всего вам доброго и не переключайтесь. Прогнозы погоды, Институт инженерной физики.